Заготовить листовой сельдерей на зиму проще простого. Такая консервация понадобится вам при приготовлении ухи или рыбного супа. С листовым сельдереем блюдо заиграет яркими вкусовыми красками. Расчет ингредиентов указан на емкость 0,5 литра. Заготовка добавляется при варке первых блюд или при приготовлении блюд из рыбы, запекания, тушения, томления в соусе и так далее. Листовой сельдерей остается таким же ароматным и пряным, часть аромата передается и маринаду. Сельдерей листовой, 1 пучок, крупный, весом около 100-120 грамм, вода 1 столовый кон, соль, 0,5 чайных ложки, уксус 6%, 2 столовые ложки, количество порций, 3-4, подготовьте указанные ингредиенты. Промойте банку и разберите пучок листового сельдерея на стебле, промойте каждый из них в воде и выложите в банку как можно плотнее до верха. Вскипятите воду, влейте кипяток в банку, прикройте жестяной крышкой и оставьте на 5 минут для пропаривания. В кастрюлю или в ковш всыпьте соль. Смените крышку на банке на сливную и слейте жидкость в кастрюлю с солью. Поместите емкость на плиту и доведите рассол до кипения. Выключите нагрев и влейте в рассол уксус, перемешайте. Влейте горячий маринад в банку с пропаренным сельдереем до верха. Сразу же закупорьте закаточным ключом или по резьбе. Проверьте герметичность консервации над раковиной, перевернув ее дном вверх. Затем дайте остыть и перенесите на хранение в кладовую, погреб или подвал. В процессе остывания заготовка сменит свой цвет с ярко-зеленого на более темный. При необходимости вскрывайте зимой баночку с сельдереем, нарезайте его и добавляйте в емкость с горячей ухой или рыбным супом.